О-оу. Не-не, нормально. Это девушка, которая крутится все время и не находит места. Привет, это «Говорим латвийский». Меня зовут Интерс Бусулис, и слово дня – спиндзеле. Спиндзеле – это насекомое, которое жалит. Оса, пчела или слепень. А еще так говорят о девочках или о девушках. Ближе всего разъясняет слово строчка из басни «Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела». Так вот, попрыгунья-стрекоза по своему смыслу это и есть спиндзеле. Еще это слово можно перевести как «ягоза». Ну, кто ты дал здесь сказать спиндзеле? Ну, петик. Ну, мирнес. Говорим латвийский.